польские казки и поданни. Бурштиновая корона. Давным-давно, а може и не так давно, за горами, за лясами, а може неде недалеко, для Балтийского мора в одной рыбацкой вёсцы жил хлопчик, якого звали... Микола! Миколка! Миколка! Я бачу, лов был удалый. Так, море было прихильное нам. Детки, поможите. Я еще чего придумали працовать. Я лепш пошукаю бурштин. Не удалы нейки. Прочешите меня, милые. Вось бы мне эту корону, и я бы сим показал. Я такую хочу. Теперь, альбо николи. Морский ветер! Морский ветер! Ратуй мою корону! Отпустите меня! Нам не юшта? Мне пора. А им займется король Балтики. Это ты хотел скрасти корону у водяной королевны. Это ён, ён, это ён. Отпустите меня, злитуйтеся. А ты? Ты злитывался над рыбами, коли бы ловливал их с воды и покидал пяску на смерть? Что еще на сумлению этого нахабника? Зерни на наши оголенные корони. Это так само твоих рук справа. Нас ты так само нищил, топтал, дорвал. Ты так провинился, хлопча, что чакает тебе самая суровая кара. Злитыся, я боли николи. Никто не выказался у твою оборону. И он допомог мне. Я лежала амаль не живая, со сломанным крылом. И он допомог мне, вылечил меня. И дякуючи яму я могу знову летать.
Аднак нехта выказаўся ў тваю абарону. Таму не забяру цябе ў глыбіні, але пакараць павінен. Ты будзеш жыць цяпер у выглядзе зелля з блакітнымі кветкамі, як твая кашуля. Кароль, не я! Не, кароль, я абяцаю, што... Сынок, сынок, прачніся, прачніся! Мама, мамачка любая! Что с тобой? Тебе нечто дрянное приснилось? Так, это был страшный сон. Я хочу домой. Ходим. Уже и тата скоро вернется. Мама, худше мне треба распутать сети. Сам не даси рады, Миколка. Тата. Да помогу тебе развесить сети. Я не познаю тебя, сынок. Сети я уже развесил. Иди погуляйся с детьми. Вы пойдете туда. А можно мне с вами? Можно. Мы собираемся гулять следопытов. Ты будешь в нашей команде. Вцале не. А вовсе не, он будет с нами. С нами. Бо он великий, а мы малые. Покинем им тут стрелку. И что далее? Так что? Мне рисовать стрелки, да придумывать забавы. Бедный тюлень. Тюлень, а что с ними? Яны нас зараз догонять. Куды мы побежим? Сперша треба засыпать гэтыя крані. Чому як раз тяпер? Шкода часу. Шкода ці не, я мушу гэта зрабіць. Нехай яны бягуць у траву, а мы будзем у другі бок. Толькі не па траве. Бяжыце туды. А ты нас догоніш? Гляди. Что это за гульня? Это жарты некие. А мы выратовали тюленя, да засыпали крани. Выдатно. Хочете свои капелюши? Тогда зловите нас. Почекайте. Не так хутко. Моя мама будет ведать, как тебе допомогчи. Ластаўка сказала б табе дзякую, калі б умела размаўляць. Дабраноч, сынок. Цікава, якую зёлку я мусіў перамяніцца? О, ты уже здоровая. Ха-ха-ха!
мой знакомый молодой человек. Так, я памятаю. Не бойся, певная особа хочет с тобой побачиться. Привітанне, Миколка. Вітаю вас. Я рады тебе знову бачить. У мяне для тебе сюрприз. Обернися и гляди на колючую рослину для тебе. Я назвал ее синеголовник приморский на память про нашу сустречу. Сынок, мы чекаем тебя на сняданок. Коли ласка, мама, это тебе. Миколка, зерни, там нечто есть. Это моя кветка, синеголовник. Ой, Миколка, ты уже кветки у свой гонор называешь. Вось так гарезник стал добрым хлопцем, а колючие кусты с блакитными кветками до сёння зовуть Миколковыми кветками.